Здрасте. Здрасте, двери закрыть я, к сожалению, не могу. Ух, быстренько. Граната. Оу, оу, оу. Размозжили мои мозги об стеночку. Блин, ну так неинтересно, конечно, без патронов. Я чувствую себя как без рук. Мне срочно нужно найти Патрики. Эффект неожиданности не сработал. Ну чё, сейчас будут разборочки с Культяпкиным. Получил. С двух ударов. Мне нравится, что я его выношу с двух ударов. Надеюсь, что все эти заморочки мои не напрасны. И у меня сейчас скоро сломается бита. Весело будет. Так, ребята. Давай, 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 иди сюда. Машка выбежала из угла. Успел. Успел. Правда, траванулся, но ничего страшного. Осталось еще два фраера. Сейчас я их раскидаю по-быстренькому. Или не по-быстренькому. Готов. А еще один куда смылся? Сюда убежал. Еее. Крошитель мозгов. Куда пойдем мы с пятачком? Пожалуй, направо. Так, тихонечко, тихонечко проглядываемся. Стоп вас! Так, а тут у нас чего? Я здесь еще не был, ребят. О, гранат, отлично! Отлично, отлично, отлично. Сейчас мы убьем двух зайцев разом. Бежим. Давайте. Давайте, ребят. ОМОНовцы. Вот вам гранатка. Тусите там. О, граната, как так вышла? Почему она туда выкинулась? Чё за дичь? Толбаная граната. Сработала не так, как надо. Смотри на мои хп. У меня 0 хп. Обалдеть. Я сейчас так очуриться могу. Так, аптечечка. Давай, давай, сюда. Есть, размазал маски, отлично. Просто я суровый пацанчик. Иду и вырубаю всех битой. Блин, еще один омонец. Там еще один. Ну ладно, давай. Я уже знаю, как с вами бороться. Готов. Медикаменты. Знаешь, про что я забываю? Я забываю про то, что я умею ковыркаться. Ковыркаться, вот так вот, смотри. Опа! Попробуй, поймай меня. Опа! Правда, я по нему тоже не попадаю, но... Вроде как попадаю. Е-е-е, попал. О, подбегаем быстро к Машке. И вот так вот. Трехочковый по башке. Что у нас здесь? Здорово, ребят. Блин, почему я раньше про ковырки не вспоминала? Сейчас я вот так вот делаю. Хопа! Сквозь них пробрался. Хопа! 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 Не попали, ребят. Опа, готов один. Давай, теперь с тобой. Опа! Нифига себе, как я умею. Обалдеть, вот это я даю. Хо-хо! Давай. Хопа! Давай, еще чуть-чуть. Я ему руку отбил. Точнее, отрубил. Ножи, 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 мальчик. Давай уже, заканчивай. Еее! И ни разу меня даже никто не задел. Обалдеть, как я умею. Машка, привет. Обожаю Машек изничтожать. Уничтожать. Так. С тобой мы тоже сейчас разберемся. Угу. Есть. Блин, как я разошелся. Ты только... Так, этого мы обойдем просто тихонечко вот так вот. Он с щитом, с ним будет много морок. Так, что у нас здесь? Надеюсь, здесь я найду патрончики. Никого тут нет за углом. Отлично. Давай-ка поднимемся с тобой вот на эту кучу мусора. С высока-то она все виднее. О, Культяпкин. А есть тут проходик? Кто-нибудь мне может подсказать? Вот там точно нет прохода. Там, смотри, какие белые жирные глаза. Хорошо, спускаемся вниз. Сейчас разберемся с Машкой. Потихую. Блин! Где Машка? Какого лешего? Ах ты ж засранка, а вонючая. Траванула меня все-таки. Я тебя сейчас найду. Иди сюда, вонючка. Получай. Скотинка. Травануть она меня вздумала. Ух, тут ОМОНа сколько. Ух, тут еще и Маш... Ух, блин. Где мои таблеточки? Капец, я не знаю, как тут пробираться. Тут слишком много всяких тварей.
Есть. С одним разобрался, но походу согрел армию. Огромную-огромную армию. Слава богу, не согрел. Сейчас перекушу фасолькой. Пойдем на разборочки. Сейчас я с ними поболтаю, с этими машулями. Блин. Сколько тут машек. Пришлось их вонючки постоять, чтобы их всех изничтожить. Зато, фух, машек здесь больше нет. Никто вонять не должен. Но там зато ОМОНовец пришел. Давай отворачивайся. Отлично, он смотался. Шикарно. Но я очень близко буду мимо него проходить. Как же мне тебя обойти-то? Ты меня не видишь. Фух. Фух, ребята. Ну вы даете, конечно. Ну вы даете. Где моя птичка? Жёбаный торт. Куда я вообще ввязался? Так, этот отошел. Как бы мне теперь пройти так аккуратненько? Мне кажется, что нужно вот сюда. Я, кажется, сейчас утону. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, отлично. О, двери! Шикарно, но только там жираба стоит. Это не очень круто. Интересно, он отойдет отсюда или нет? Отлично, жирный отвернулся, у нас есть шанс. У нас есть шанс прошмыгнуть вот тут. Если нас заметит вот этот, вот это вообще не страшно. Это вообще фигня полная. Так, 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 так. Оп, оп, оп. О, бежим, бежим. Ух, они меня запалили. Так. Здорово. О, дверки, отлично. Я закроюсь, можно тут? А-а-а. Там еще Машка. Надо Машек поуничтожать тут. Всех Машек. Они загазовали здесь все пространство. Капец. Фу. Ну я вроде живенький. Я вроде живенький. Отлично. Там бугай ломится, но не страшно. Тут, по крайней мере, есть. Ха. Тут есть ящички. Патрончики, зашибись. О, слава богу, наконец-то патроны. Что-то я там взял, интересно. Сейчас все посмотрим. Что я там такое взял? Вот это что такое? Урон взрывом 1000 максимум. С4, я С4 нашел. О май гарбл. Все, я замотался бинтиком. Достаю дробаш. И сейчас буду истреблять этих чуканов. Ребята, вы готовы? Я так вам готов. Давай, заходи. Хуа! Разобрался с этим жиробасом, отлично. Так, двери я, пожалуй, закрою на всякий пожарный. Ну что, почесали дальше? Слава богу, я нашел патроны. Перезаряжу еще сейчас калашников. Очешуенно. Зря я, наверное, калашом выстрелил, но ничего. Перезаряжу дробаш. И двигаемся дальше. Я уверен, что С4 нам понадобится для того, чтобы что-то здесь взорвать. Надеюсь, скоро уже будет финиш, а? А то тут в этих... О, железная дорога, смотри. Железная дорога. Ребята, давайте я с вами вручную разберусь. Видали, как я умею? Опа. Опа. А вы так не умеете. Потому что вы зомбари. Готов один? Ау. Ау. Что такое? Выносливость закончилась, ё-моё. Давай, станьте, дети, станьте круг. Все. Они окочурились. И чё? Там что-то есть, но непонятно что. А, я понял, зачем нам С4. Нам нужно подорвать развалы, которые преграждают нам путь и нашему поезду. И тогда мы сможем снова продвинуться в нашем поезде. Отлично. Опа. 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 Без единой царапинки. Как я умею. Ну-ка, тут ничего такого любопытного нету, я взять не могу. Кажется, нет. С4 прекрасно справится с этим завалом. Ну да, я тоже так думаю. А еще тут озвучка добавилась. Шикарно, мне даже болтать не нужно. Так, возьму С4. Сейчас. С4. И поставим ее сюда. Мне просто ее кинуть? Ну ладно, давай кинем. Оп, валим быстрее. Надо подальше, наверное, убежать, да? Еще дальше. Вот так вот хватит или еще подальше?
Еще подальше. А когда она взорвется? Давай-ка присядем. Она вообще взорвется, как думаешь? Оу! Вау-вау-вау! Отлично! Так, а вон и мой поезд! Е-ху! В дальний путь! Наконец-то! Наконец-то! Правда, я не понимаю, как не разворотило мой поезд от всего этого мусора, который подорвался, и не засыпало вот эту вот часть железной дороги. Ну, в общем, это не важно. Важно то, что мы можем продолжить свой путь. Шикардятина. Так. Надо включить свет. По-моему, он включен или нет. Давай. Спотлайн. Отлично. Зажигание. Поехали. Йо-хо-хо! Достаю свой калаш. Будем расчищать дорогу. Надеюсь, что мы уже выберемся с этих туннелей. Ё-моё, мы выезжаем. Разработчик просто перегородил пути камнями, чтобы ограничить проезд в следующую локацию. Короче, я заново доехал сюда. Посмотреть, что тут да как тут. У меня поезд работает, надо его отключить. Вот так-то получше будет. Вот и доброе утречко, фонарик можно вырубить. Мы наконец-то выбрались с этих потемков. Посмотрим, что у нас тут есть. Наконец-то лес, можно грибочки пособирать. А, свет забыл выключить у поезда. Ну вот, собственно, поезд в камне. Отличный пейзаж, чтобы его нарисовать. Можно, в принципе, пробежаться пешочком, вот так вот по рельсам. Но я не уверен, что мы куда-то прибежим. Ну что, я сбегал дальше туда по рельсам и уперся в невидимую стенку. То есть дальше, ну вообще, ну никак. Ждем, собственно, обновления и продолжения этой игры. Ну, если тебе понравился Zombie Acer, то с тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.